Здравствуйте, меня зовут Хуан Фунзун. Мне 21 год. Я приехала из Вьетнама. А сейчас я учусь на втором курсе Бунгарского государственного технического университета. В свободное время я часто слушаю музыку и смотрю русские фильмы. Это помогает мне узнавать много новых слов и не только изучать русский язык, и знакомиться с культурой и традициями. Для большинства европейцев в Новый год обязательно должна быть ёлка. Для русских, конечно, тоже. Но ещё не могу себе представить Новый год без фильма «Ирония судьбы» или «С лёгким паром». Так что, если вы хотите узнать возраст девушки, нужно просто спросить, сколько раз она смотрела фильм. Мне очень нравится песня из этого кинофильма. Я хочу спеть ее для вас. Надеюсь, вам понравится. Мне нравится, что вы больны мной. Мне нравится, что я больна не вами. Студи, когда тяжелый шар земной не притвор под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не игра словами. И не краснет удушливой водой, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за резко стресс заказными часами, за нас и не гуляя на балунной, за солнце не унат над головами. За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.